пойдем, он тебе это понял? Угу. Почему нет? Угу. Тогда пошли. А тебе грустный прогулок и морозец? Ну да, ну и градус это еще плюс ветерок. Это я тебе говорил. Когда тепло укрывало, берегла. Это снять, ты видишь, немножко. А то хотела этот снять. Угу. Хотела. Зашью, он сказал. Я второй мужик тоже надо, но на репейке надо, то есть это да. А второй по идее. Ты знаешь, один мой тебя пошел, он знает, а может я дать ему-то Бог надо. Идем прямо. Даже не видит, что не снимут, кто не помнит, какие-то, может, знакомые там. Ну да, пришли поговорить. Что-то такое, да, что-то такое одетый, ну, как-то вспомнил, красиво одетый. Знакомый, зашел пообщаться. Да. Дорогая. Да вижу. Что на хорошем счету у себя. Это нам, я говорю, это нам, я такой ворачкой. Да вы какие-то покупаете свои одежды. Да ясно. Такие, они штуки теплые. Не, давай ты помолчишь. А, здорово. Сюда? Ну, по Шевченко же был у нас, по магазину. Ага. Ну, вот видишь. Ну, об этом потом поговорим. О куртке. Не, давай здесь перейдем. Это медленные машинки маленькие, я понимаю. Это брехня все. Ясно, ясно. Плохо. Странно. Блин, русская музыка играет из ГДК. Ты будешь... Да нас порвут за это. Идем по той стороне. Блин, да нас за рус... Да блин, так это такое за русскому... Русская песня, «Весело делать съёлочка». Ну как тебе «Весело делать съёлочка»? Понимаешь, просто нельзя, чтобы русская музыка... Ты что-то или что? Что за глупость? Это уже вообще абсурд. Абсурд это не я придумал, это вам придумали наши. Наши правительства. Чтобы больше русская музыка не играла, музыка вся на украинском. 50. 51. Это чтобы на радио играла, половина музыки украиномовна. Квоты один сум, квоты. Это слава богу, что это не я придумал эту билиберду с музыкой на радио. А сейчас я так до сих пор не починил эту ставку. Сейчас надо будет вернее в этом
зеркально купить. Так мы сегодня идем. Вот купить масло. Купить, да. Наверное, где-то килограмм фарша. Ну, пока меня не будет завтра, делай. Я смотрю, ты куриный. Или борщ. Что, видите, да не без разницы. Борщик посмотри. Борщик на борщик будет отрезать. Куриный. Будет хороший, будет борщик. Давай на раборщик. А я не против. Вот, сварю борщик. Ну вот видишь. О, ну туда посмотри, там следующий балкон. Да, гляжу, гляжу. Этот нормальный, а посмотри вот тот балкон, блядь. Они скоро знают только название. Да. Буква Б. Балкон. Скорее не Б, а нет, скорее РБ. Рухнувший балкон. Блин, ну что тут эти налоги оставили? Открыли, я помню, магазин. Они не открывались даже. Он сейчас это оборудование, они готовые, в принципе. Да, ну что-то видно, какие-то разрешительные кейсы может быть. Пока нема. Вопрос устаканивают. С документами. А потом откроются. Идем, тогда машины этого нет, тут не спеша. Ходим. А я входил по правой, сюда. Морозец. Ну я тебе о том. Я тебе о том же. Ну вот и я тебе о том же. Пропускаю.
вон лянь, висіля, видишь, реклама зеркального, вон. Я думаю, що старая реклама, вон висит. Та не старая реклама, ще прошлого, ще декабря місяця, наверное. Не будеш за ней на як русский такой. Тем более в списке. На карточке деньги есть. И, ну тем более в списке Viber у меня тогда зеркальный ассистент. Я икры в списке не видел. У меня на карточке, мы можем карточкой рассчитаться. Ясно, меня ясно. Там, наверное, гривен не оставляла. Гривен 600 не оставляла. Ну ясно. Если шо. Ты вспомнил, что тебе в феврале надо. Что? Ну, телефон. В феврале. Да, феврале. И в конце января еще деньги на интернет. Ну. Деньги на интернет. На интернет. Ну, то аванс я получил. Угу. А тут еще уже за квартиру надо. Ты же видишь, деньги раздадутся мем. Там даже тех денег еще получу хватит. Там уже таблетки. Один градус. Да, ну я же говорю плюс один. Что ноль плюс один. А видишь, я никогда не ошибаюсь в погоде. Кстати, я автобус свернулся. Его долгое время не было на этом месте. Да, отсутствовала. Включилась кофейня. Отсутствовала почему-то. Я ее сегодня только увидел. Вчера ее не было, сегодня она появилась. Я сказал ему, вот 14, он сказал, после этого он спишется, пойдем гулять, снимать, в центре небось. Костя, ну с ним снимай, пойдем по городу. Он уже придумал, куда пойти. Куда? Но он мне не сказал, он сказал, скажет после этого, уже 10 у него поход к стоматологу. А все мы ходили 10, но планы поменялись у него. У него поход к стоматологу. Дин, зубы у него, зубы. Поэтому он сказал, я напишу, когда, во сколько и где. Ну, место встречи. После 10-го, что в понедельник у него поход к стоматологу. Это такое слово надо. Я его вижу не первый раз, потому что это не новости. Быстрый кебаб, то есть готовит быстро. Это быстро какой-то. Но быстро это не значит качественно. Только вот эти сделали. Здесь были не такие сидели. Вот. Подожди, нет, здесь вставили эти. Ёлки, вот здесь стояли. Вот тут стояли, вот эти кафешек. Видишь, да, 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 были. Видишь, вот это их нету. Да, я ж понял, что тут были звезды такие светящиеся. Так красиво было. Да, вот это их же, видишь, решили не ставить, наверное. Этот раз их решили не ставить. По непонятным причинам. В общем, насчет 14-го я им сказал, в известность поставил, что перенесли. Даже были сегодня, а перенесли на 14-е. Как всегда. Все таятся мне секреты. Я узнаю только последним от работников ГДК. Фу. А когда тебя
Малышева что-то звонила, что-то что поменялось, помнишь? Ну, должны были в начале января, но поменяли на 8-е. Ну да, а потом... она тебе позвонила. Да, а потом сообщил. А как по мне начинается, они правда об этом не знали, и я не знал. Пока мне ГТК не сказали, мне ГТК не сказали. Ну, понятно. Пойдем туда, на нашу, где мы купаемся. Угу. Угу. А у меня нормально. Да я же не против. Чего? На, хорошо. Не, ну вот и подрезай сама, что-то не прицепилось. Ты иди, я отдам Аню.